Добрый день, дорогие телезрители! Вновь в эфире передача «Дорога к храму». В ней мы сегодня поговорим о том, как в одном доме, в одной семье, в одной квартире вместе живут и религиозные, и нерелигиозные люди, верующие и неверующие, церковные и нецерковные. В каком-либо другом обществе, может быть, это сочетание не вызывало каких-либо конфликтов, споров, да вообще никаких проблем. И так оно и есть, потому что западные общества прошли процесс секуляризации, то есть отделения от церкви достаточно спокойно, в течение очень долгого периода времени. И, в общем-то, сегодня на Западе и в других странах мы видим, что спокойно уживаются рядом и верующие, и неверующие люди. Да и если они веруют по-разному, то, в общем-то, не в этом даже конфликт или, может быть, в этом трагедия, а трагедия как раз-таки в том, что эта разность их совершенно не интересует и не волнует. Но иначе все происходит на нашей с вами российской почве. Мы с вами хорошо помним, что у нас в стране отделение от церкви происходило революционным, взрывоопасным путем, и поэтому не сам народ отошел от церкви, а его оторвали. Причем оторвали не просто насильно и агрессивно, но еще и снабдили совершенно определенной атеистической идеологией, которую, наверное, большая часть нашего населения сегодня разделяет. Поэтому, если говорить о этом ускоренном процессе отрыва от церкви, то нужно сказать, что как осадок или, наверное, как общее настроение остался некоторый страх перед церковью, перед церковным, перед религиозным, ну и, в частности, конечно, перед церковью православной. Но, тем не менее, благодать Божия действовала и ныне действует в людском обществе, и мы видим, что периодически то один человек ближе и ближе подходит к церкви, обращается к Богу и, в общем-то, воцерковляется, иначе бы мы с вами не увидели вообще в храмах людей, потому что старушки прежних поколений конца 20 века или, может, середины 20 века давным-давно уже перешли в мир иной, но молодежь, которая воспитана была при советской власти, сегодня так или иначе все-таки обращается к вере. Это их обращение к церкви очень часто ведет к нежелательному разделению внутри семьи, внутри большого даже семейства, внутри дома. Вот давайте теперь представим ситуацию, которая, в общем-то, многим, к сожалению, известна. Если говорить от лица совершенно неверующего, нерелигиозного, далекого от церкви человека, то ближайший родственник вдруг ни с того ни с сего абсолютно меняется в своем поведении, в своем мировосприятии. Вчера ел и пил, а сегодня нет. Вчера он и понятия не имел о том, в какую сторону дверь открывается в храм, а сегодня ни свет ни заря, воскресенье, нужно отоспаться, а ближайший родственник встает, всех беспокоит, бежит и торопится в храм. Вчера мы и понятия не имели, когда, какие посты, даже нас не интересовало, когда Пасха или Рождество, а сегодня ближайший родственник наш вдруг постится и даже очень строго иногда постится, что, естественно, приносит немало проблем его ближайшим сродникам. Это взгляд со стороны нерелигиозного человека. Но давайте взглянем на ту же самую проблему разделения с глазами уверовавшего во Христа человека, пришедшего вдруг к церкви. Ясно, что этому моменту обращения что-то предшествовало. Ясно, что какие-то обстоятельства личного переживания, иногда драмы, иногда переживания скорбей, проблем, болезней, предательства близких, разрыв с близкими или домочадцами, все это стало действительно опытом этого человека, которому вчера казалось, что он сам хозяин своей судьбы, сам кузнец своего счастья, что религиозная, в общем-то, жизнь или жизнь души – это такое далекое, совершенно неведомое для меня. И вот этот вот свет Христов, он каждым
познается в момент обращения индивидуальным образом. И вот пережить это обращение может человек настолько ярко, настолько неповторимо, что его образ жизни коренным образом меняется. Рассказать об этом своим близким человек вряд ли может, потому что у вновь обращенного к церкви человека даже слов-то таких подчас не находится, как ему, своим близким, мужу, жене, детям, родителям, сослуживцам, соседям рассказать о том великом перевороте, который произошел в душе этого человека, который сегодня душевное и духовное, церковное, религиозное, молитву и благочестие ценит гораздо больше, чем земное и светское. И вот очень часто в таком случае человек, пришедший в храм, в стены храма, начинает этот опыт пробовать на своих близких. Очень часто просит их вместе прийти в храм, вместе на молитву, вместе на исповедь. Но чаще всего, как мы понимаем, наталкивается на, в лучшем случае, холодное безразличие, а в худшем случае и на такой вот скептическое, наверное, отношение к тому, что уж не повредился ли этот человек умом. Вчера был как все, вместе со всеми сидел, вместе со всеми смеялся, вместе со всеми праздновал праздники, а сегодня вдруг что-то в нем такое изменилось, уж не хочет ли этот наш ближайший родственник, сродник как-то отличиться. Уж не гордыня ли это какая-нибудь? Одним словом, сегодня в нашей передаче мы с вами обсуждаем очень сложную, а подчас и доходящую до трагедии ситуацию, когда вдруг вот эта благодать Божия касается сердца одного человека. И вот тут очень важно, наверное, сейчас нам всем понимать, что тактичность, снисходительность, а главное, понимание необходимо с обеих сторон. Если человек действительно приходит в церковь, он буквально ошеломлен этим потоком божественной благодати и света, но не нужно думать, что он тотчас же обратит в веру всех своих близких. Дело в том, что люди ведь не потому не приходят ко Христу и к церкви, что они чего-то не знают, что-то не видели, что-то им не рассказали, а только лишь потому, что Бог им на данный момент абсолютно невыгоден. И вот этого не понимает человек, который увидел свет Христов. А это обыкновенная ситуация. Человеку невыгодно принимать Бога, тем более уж невыгодно усиливать свою молитву. Он как раньше себе лгал, что он верит в душе, так и сегодня он может лгать себе совершенно спокойненько, успокаивая свою совесть. И поэтому частный опыт человека, который не передаваем в принципе, пусть это даже муж, пусть это жена, пусть это дети, пусть это родители, братья, сестры, то есть самые близкие люди, все равно этот опыт не передаваем. И вот здесь нужно очень хорошо понимать, что, по сути говоря, наш приход в церковь, вот так, по большому счету, он близких сродников наших абсолютно не интересует. Конечно, их заинтересует результат этого воцерковления. Вот это да. Когда близкие и сродники увидят, что человек стал мудрее, человек стал более терпелив, человек стал более рассудителен, более великодушен, более любвеобилен, тогда да, конечно, они, почувствовав эту благодатную перемену, наверное, сами в себе скажут, я хочу таким быть, я хочу таким стать. Но ведь это произойдет через десятки лет с человеком, пришедшим в церковь. А пока они видят только нечто внешнее, чем характеризуется жизнь человека, пришедшего в церковь. И не случайно возникают в семьях и в домах конфликты. Но если мы все-таки обратимся сейчас к другой стороне, к людям, которые вдруг в семье своей поняли, что человек близко приблизился в храм,
что он часто начинает ходить. Вот. Для иного человека нерелигиозного кажется, что если он в неделю дважды сходил в храм, то это уже фанатик. Ну, то есть люди же по-разному объясняют сами себе, почему им не нужно веровать. Конечно, это далеко не так. И человек, который в неделю раз сходил в храм Божий, это не значит, что он абсолютный фанатик. Мы еще не видели, может быть, настоящих фанатиков. Телезрителей, остающихся в рамках атеистической философии и, в общем-то, светской морали, хотелось бы призвать более терпимо относиться к человеку, который уверовал во Христа и изменился и внутренне, и внешне. И вот тут, наверное, мне бы хотелось посоветовать человеку нерелигиозному и нецерковному все-таки найти в себе силы для того, чтобы переступить порог храма и прийти к священнику для того, чтобы посоветоваться, как ему, то есть нерелигиозному человеку, вот настроить себя и вообще относиться к тому, кто, уверовав, переступил порог храма и переступил, скорее всего, навсегда. И действительно, мы постараемся к этой трагедии, может быть, разделения семьи по религиозному принципу. А ведь этого разделения не должно было быть, по идее. Но оно возникает. Оно возникает. Отнестись к этому очень внимательно и дать, конечно, исчерпывающие советы для того, чтобы семья не развалилась и конфликт этот протекал очень мирно и, скажем так, достаточно тихо. Ну а тем, кто только сейчас стоит на пороге создания семьи, нужно сказать следующее. Очень часто юноши, девушки, молодежь, когда думают о том, чтобы создать семью, для того, чтобы пожениться или выйти замуж, не спрашивают друг друга относительно состояния нашей веры. Ну и вообще трудно говорить о вере и от первого лица. Я верующий в душе, я верующий церковно. Но все-таки этот вопрос задевать надо, обсуждать его обязательно надо. Потому что, ну, может быть, первый, второй год брака религиозный вопрос не встанет на первом месте. Но уверяю вас, что по прошествии определенного времени и этот вопрос станет одним из самых главных. Потому что все мы рано или поздно приходим ко Христу, приходим к Богу. Один быстрее, другой, может быть, медленнее, один более детально, обдуманно, сознательно. Другой спонтанно, самопроизвольно, хаотично. И вот это приближение к Богу, к сожалению, может оказать разделяющее влияние, что очень и очень нежелательно. Поэтому сегодня в любом состоянии, в каком бы ни находилась ваша семья, ваши близкие, ваши любимые дети, братья, сестры, мужья, жены, родители, от всей души приглашаю вас в храм, и верующих, и неверующих, и церковных, и нецерковных, для того, чтобы постараться объяснить ситуацию своего дома и найти правильное решение возникающей проблемы, для того, чтобы не страдали ни мы, ни наши семьи, ни наши дети. Ибо Господь, конечно же, этого не желает. Приходите к нам в храм. От всей души желаю всем доброго здравия. До свидания.